Дочь сценариста Виктора Мережко, Мария, рассказала, как уходил из жизни ее отец. Он жил в последнее время в Санкт-Петербурге. В Москве он был наездами. Сын Ваня к нему часто приезжал. В середине декабря папа стал покашливать. Он позвонил и сказал, что разговаривал с Сашей Збруевым и смеялся над болезнью. «Мы с братом стали долбать, чтобы он показался врачам». Он стал обманывать нас, говорил, чтобы не приезжали к нему. Прикрывался, что у него гости. Рассказала Мария. Как отметила Мария, они с братом поняли, что пахнет жареным. Ваня стал насильно к нему приезжать. Брат сказал, что отец слабый. Потащил его к друзьям-врачам на КТ. У него было 95% поражения легких. Его повезли в Питере в лучшее отделение в больницу, а потом у него заболела нога. Приняли решение оперировать ногу. После операции состояние стало ухудшаться. «Меня он уже не узнавал, стал задыхаться, и все», — рассказала Мария.